Да. Если я беру это советское говно, значит мы Да. сольемся. Так, ну сейчас получается где-нибудь до часу до двух поиграем. Я пойду хавать готовить. А хавать готовить я пойду пиццу. Потом Это моя тактика, не нихуя. галактика. Я вчера, кстати, пиццу готовил. Хавать пиццу. Ну, чё? Если у меня лежит сыр, сыр и колбаса, да? Ну, сыр мы обычно не съедаем весь полностью, да? Но я его куда-нибудь пускаю, да? Либо себе на бутеры, либо же пиццу, короче, готовлю. Так, на этом танке сейчас 36% статы, так же как и на СУ-85. Делай ставки, Знаешь, кто быстрее опустит я статы до нуля единственное из этих понял, что двух. стата в танках это хуйня. Причем полная. Ну, все, стоим на базе, не двигаемся. Ясно дело, что это хуйня, это просто игра, это стата сделана для Стата сделана просто. подогревания интереса. Да. Чтобы подогреть интерес человека, чтобы он остался в игре, улучшал свою Да. статистику, там, добивался Да. вершин. Вот почему, например, вот, блядь, появляются такие дауны, которые вот бомбят с проигрышей, да? Ну я же тебе рассказывал, как я ответил культурно. У него должно было еще Не, больше ну там у меня-то подгореть. вот в лиге бомбит, когда мы проигрываем по той причине, то что именно это, ну. Мы Да. можем выиграть. Потому что мы рили в лиге можем выиграть. Особенно в пятерик. В Ну. пятерик это реально вот можно выиграть. Но опять же, мы туда заходим в ханец. Ну, туда чисто по фану заходим. А, кстати, Не, ну если мы там 19 с... апреля, если что, обновление добавит новых двух персов. Ясно. Не, Один ну чувак, опять же кстати, насчет чекал лиги. ихний лес потенциал, да? У одного лес потенциал просто огромный. Он может, да, защищать лес. Там АДК это был. А саппорт? Ну, саппорт это и есть саппорт. Саппорт он и в Африке саппортом будет. Опять же, насчет лиги там. Ну, тем более, Лига это моба игра. Один пытался меня пробить. Тем более, Лига это моба игра. А... Заебись. Иногда, знаешь, у меня ощущение, то, что вражеские ПТшки, да? Они, не знаю, они там говном обмазываются, но их нихуя не видно. А союзные ПТшки, такое чувство, что, блядь... Стоят хер знает где, блядь, за тремя горами. И в них, блядь, Да-да-да. прилетает. Обаньки вон Причем, оттуда, если ты блядь. даже знаешь, как встать, где встать, блядь, Ебаный, все блядь. равно вот в тебя, блин, именно в тебя попадать будут. С невъебических расстояний. С невъебическими вертуханами и так далее. А, кстати. Ну, я периодически по танкам, по лиге. Ну, по таким играм. Смотрю стримы, да? Короче, вот, допустим, Опаньки, говно в танках... защитили. Ну, танки стримит, чувак, да? У него все время бомбит то, что, блядь, его вот палит тут моментально, да? А там, короче, это... У нас знаменитый достаточно стример по танкам, да? Там ясен хуй... Ну, что-то не по стриму будут по лиге он находится, да?
и ясень пень забирать. Чтоб, блядь, пробомбило. Это, блядь. Ну я единственное, что не понимаю, нахрена? Ну, хочешь удовольствие от игры получить? Ну, играй. И ни хрена, ну, не подглядывай, так скажем, да? Не шумничь. Ну, блядь, какой от этого смысл, блядь? Ну, да. Взял, блядь, посмотрел. Да. Не, я понимаю то, что, допустим, вот моба игра, да? Там вард поставил правильно. Ну, вард поставил правильно, да? Да где она, блядь, сидит в этих кустах от ЛКВ? Тут мне самому уже интересно, блядь. Я, блядь, вплотную в эти, сука, кусты уже смотрю. Нет ее, блядь, там. Но однако она оттуда стреляет. И где она там, блядь, была? Откуда она, блядь, там выстрелила? Я сейчас продаю это говно нахуй просто. Не, оно это блядь. Значит... Да. Нет. А меня избесит, блядь. Потому что я не могу никак... Меня в списке говно уже заебало. Я на нем катаю, я на нем только сливаюсь. Wargaming, дайте мне, пожалуйста, все танки, прем и не прем. Я, блядь, сука, такую рекламную кампанию, блядь, устрою. Сука, вся страна нахуй вашу парашу играть будет. И не только в танки. Ой, блядь. Ну, War Planes это провальный проект просто, да. Уже. А Warships, кстати, я посмотрел, ну, кстати говоря, да, интересно. Warships это топовый. Вообще бы я на их месте War Planes закрыл бы нахуй, да? Ну, 100% не приносит. Не, я бы на их месте бы закрыл бы War Planes, спиздил частичную механику War Thunder, да? Улучшил бы и сделал бы снова этот Warplanes. Так вот, они, блядь, используют какой-то движок старый. Понимаешь? Они тупо старый движок какой-то используют, я не помню какой. Ты смотрел, какая должна быть новая графика? Не. Получается, ну там должны изменить полностью графику в последующих обновлениях. А, то есть, чтоб вообще нихуя не играбельно было, да? Нет, в танках будет улучшена графика тут полностью. Разрушение объектов там, все такое. Обаньки, штук 3G, да? Штук. Знаешь, 3G. Топовый, да? Сейчас, подожди. Тоже топовый. Алло. Азазас. Ладно, бери штук 3G. Знаешь, у меня сейчас стоит это видео, да? И вот тупо я жду, когда я ее хакну. Точнее, не хакну, а эта игрушка приедет, да. Вот, поиграть, ну надо, ведь. Да, лицензионная. А, кстати, написал я Романычу то, что диск, ну, коробка с это, Zombie U, да? Там, короче, Zombie U нет нихуя диска. Я-то думал, позазрочу ночью в Zombie U, нихуя. Ну, в общем... Написал ему, да? Он говорит, потом мы с ним вчера общаемся, он говорит, бля, всю хату нахуй перелазим, нихуя нету его. И самое ржачное потом будет, да? То, что он, как по-любому, будет фраза, то, что он кому-то когда-нибудь ездил, да? И там, короче, оставил.
там где-нибудь найдет, блядь. Но он мне, знаешь, что сказал? Один хрен ты будешь перепрошивать. А я буду перепрошивать. Я, кстати, SD-карту 32-гиговую заказал, да? То есть, если она, допустим, та же работать не будет, я через USB-адаптер подключу этот всю эту хрень, перепрошью и буду играть, короче. Знаешь, вот я понимаю то, что вот Nintendo и все эти хрычи, которые, ну, от приставки, ну, от Nintendo, Sony, Microsoft, да? Все, вы не хотите выпускать на эту консоль игры, да? Ну, не будут выпускать. Ну, хули вы, блядь, дешевле-то ее продавать не продаете-то, а? Потому что невыгодно. Да ни хрена, я смотрел, сколько, допустим, стоит PlayStation 4 Pro в Америке и сколько она у нас стоит, да? Я подумал, выгоднее из Америки дождаться заказа этой плойки, допустим, да, чем покупать у нас. Потому что оставит большую наценку. Потому что, блядь, наценка чуть ли не 50-60% от стоимости. Потому что люди хотят навариться на тех же самых комплектующих для ПК. Да, комплектующие, блядь, это я не понимаю, на кой хуй продавать всякую. Я не уеду. Я не уеду. Не уеду я. Да. Нет, я знаю, вот если вот качественные комплектующие, да, тоже, допустим, вот точно вот будет долгое время работать, да, не нагреваться, ничего, да? Точно не AMD. Ну, типа того. Вот я так, вот я понимаю тогда ихнюю рыночную стоимость, да? Да, я понимаю тогда наценку. Ну, типа, перевозка аккуратная, чтобы ничего не ку-ку, не ту-ту, да? Вот это я тогда понимаю все, но когда, блядь, наценка неоправданная, это я нафиг не понимаю, нахрена. Я понял бы, если бы, допустим, наценка, ну, допустим, на ту же Nintendo Switch, да, была бы чисто за то, что ее перевозят с особенной осторожностью, да. Потому что, ну, не то, что комплектующие хрупкие, не то, что все хрупкое там, да? А чтобы приехало покупателю именно то, что они изначально сделали, а не какой-то, не какая-то хрень сломанная, да? Вот так-ка, мне понравилось. Ты знаешь, что Switch, она, короче, плавится? Nintendo не сделали... Ну, не решили никак проблему с нагреванием консоли, да? Ну, выйдите, ну, полозы. Я так не играю. О1 так нечестно. Кстати, Паша, вот реально, ты не знаешь, вот из-за чего они так лоханулись с этим? Ну, точнее, твое предположение. А Паша такой, ну, я типа думаю, да? Чего, кому-то сдав. Павел, бля.
Отлично. Паша! Ты меня что? Слышал все это время? Нет. Правда, что ли? Правда. В общем, ты слышал насчет Nintendo Switch и его нагревания, да? Да. А как думаешь, из-за чего Nintendo так лоханулись-то? Что она плавится? А, внутри стоит нагревающийся элемент какой-нибудь. Ну, а там, там короче, этого. Медная трубка. Или что-то наподобие. Стоит. Там просто показывали, короче, снимали заднюю панель. И там медная трубка. Точнее, пластина. Которая нагревается. Из-за чего Nintendo Switch гнется. Ну, тогда надо было им делать металлический корпус. Вот именно. А металлический корпус, это дороже. А если это дороже, значит... Значит, надо делать саму по себе стоимость консоли дороже. Да. А на это никто, увы, нихуя не пойдет. Ну, точнее, это никто не будет покупать. Потому что Nintendo Switch, она стоит вот гораздо дешевле PlayStation. А по мощности, как сказали, чуть мощнее, да? А вот когда показывали, короче, до презентации, чувак играл в Зельду новую, да? На Switch'е. Там, короче, в PS нахуй подул. До 15. К качеству. Ага. Ой, бляха. Я, короче, ни хрена не настрелял. Ха-ха. Нихуя ничего не получил, нормально. Ну и ладно. Поехали дальше. И, в общем, кстати, многие, да, у кого Switch начал гнуться, они стали писать Nintendo, да? Nintendo такие, да, типа, мы согласны с тем, что надо их, короче, то-то-то. Короче, мы согласны их заменить, да? Но подвох-то в основном в чем? А, можно же играть еще с док-станцией, да? Угу. А мало кто, скорее всего, Nintendo Switch будет с собой брать. Потому что в основном многие брали чисто из-за Зельды. Из-за Зельды, там еще за пару игр, которые вот будут. Ну, на Nintendo, на всех Wii, Switch, на них же в основном и не выходят игры. Смотри, на... Сколько там? 30 штук, что ли, на них выходит? А там можно реально по пальцам пересчитать. За все их существование. Можно по пальцам пересчитать, а потом... И в основном это игры Nintendo самой. Кстати, если бы Nintendo, они пошли бы чуть умнее, да? Начали бы сотрудничать со Steam, допустим. Ну, у них бы возросли продажи даже всех игр. Угу. Но опять же, чтобы сотрудничать со Steam, то надо оптимизировать... Надо контракт заключать. Контракт, оптимизация игры для ПК и все подобное. А это опять же бабло. Да. И бабло не маленькое. Но причем они бы окупались очень-очень быстро. Меня мой же Джексон бил. Но Nintendo будет выгодней, чтобы выпускались ихние игры, да? И если... Смотри на чат. А что такое? Уходи, Данте. Чего? Тебе написали, уходи. Нет.
А я не видел ничего в чате. Да, я вижу. Ну-ка. Экслижу. Написал. Я буду тут находиться. Я буду тут кота. Поздравляю, мы слились. Ну, тем не менее, это шоу слится до нуля.